По словам президента торгово-промышленной палаты Королева Людмилы Козловой, крупные предприниматели города могут быть заинтересованы в поставках винодельческой и фермерской продукции. Она уверена, что соглашение будет взаимовыгодным и поможет дальнейшему развитию экономики двух муниципалитетов. У нас есть крупные предприниматели, у которых по 2000, например, человек, работающих на предприятиях. Мы хотели бы для таких предпринимателей, которые крупные, сделать миссию, которую помогли бы ознакомиться с теми санаториями, которые могут, действительно, мы можем их рекомендовать для наших предпринимателей для отдыха или же для проведения каких-то мероприятий.